представить материал светового отверждения композитный Core IT от компании Speedent. Выпускается в тюбиках 10 грамм. И основные показания к применению его – это восстановление частично или сильно разрушенной коронковой части витальных или девитализированных зубов, фиксация стекловолоконных и металлических внутриканальных штифтов. Характеристики материала – это высокая адгезия к стекловолоконному штифту и металлам, легкость в использовании, рентген-контрастность, полная полимеризация через 4 минуты. Рабочее время 1 минута 30 секунд. Состав набора – это 2 шприца по 10 грамм, 2 оттенка – синий и желтый, цвет зуба – белый, блокнот для смешивания, смешивающие насадки и картридж – 50 грамм. Для замешивания вам понадобится гладилка, специальная палетка для замешивания и сам тюбик. Открываем, выдавливаем нужное количество материала. Не выдавливается. И замешиваем. Цемент готов для дальнейших работ.